Всем привет, дорогие друзья! С вами Павел Георгиев, компания Георгиев Travel. Занимаюсь продажей и оформлением туров онлайн по всей России, а также снимаю для вас видеообзоры различных отелей. Сегодня я приехал в отель Jazz Belvedere, который находится в Шарм-эль-Шейхе. Мы посмотрим с вами территорию, номера. Отдельно скажу, друзья, что сеть Jazz достаточно хорошего уровня отелей. Я даже знаю их менеджеров, встречался не раз с ними, в том числе и в России. И на этот отель точно стоит обратить внимание. Он не из серии эконом, но и он не такой уж и дорогой, который недоступен многим туристам. Поэтому присмотритесь, и сейчас я вам, конечно, помогу с этим определиться. Посмотрим территорию, номера, и еще пару слов скажу об отеле. Смотрите до конца. Друзья, отель, я честно вам скажу, достаточно хорошего такого уровня. Он всегда такой приятный, атмосферный, сделан в таком своем стиле, если не ошибаюсь, по-моему, в марокканском стиле. И ну, нет такого чего-то аляпистого, яркого, все достаточно спокойно. Как вы слышите, возможно, в заднем фоне играет такая хорошая, релакс, спокойная музыка. Естественно, у нас, друзья, это первая линия, есть несколько бассейнов. Видите, достаточно закрытая территория. Кстати, кто за ветер переживает, смотрите, вот обращаю внимание, многие отели построены в такой форме буковки П или полумесяца, да, что в том числе предотвращает, ну, как бы, достаточно большой ветер на территории отеля, и отдыхать очень комфортно. Прекрасный пляж, отсюда я вижу красивое море. Ну, посмотрите, сейчас поближе подойдем. Так что присмотритесь, друзья, к этому отелю. Сейчас прогуляемся по территории до пляжа и пойдем, конечно же, в номера. Друзья, посмотрите, здесь даже шезлонги отдают золотом, да? Не, на самом деле, очень уютные и такие, скажем, все симметрично, да, так красиво. Как говорится, все по порядку сделано, комфортно. Плюс, смотрите, здесь есть много активностей. Вот, друзья, смотрите, мы вышли с вами на пляж. Пляж абсолютно песчаный, очень аккуратно, да. То есть, вот кто любит порядок во всем, мне кажется, этот отель сильно как бы приглянется, да. Здесь у нас песчаный пологий вход в море. Да, есть кораллы, поэтому лучше коралки иметь, да. Но все-таки в Шарм-эль-Шейхе это чаще встречается. И, соответственно, есть понтон, по которому можно пойти подальше, покупаться, соответственно, сразу в глубокой части моря и посмотреть на морских обитателей. Но все-таки, друзья, замечу, что пляж здесь гораздо лучше, чем вы недавно, возможно, смотрели мой обзор. Отель Sunrise, там и камни, и кораллы. Здесь, в общем, пляж достаточно комфортный. Можно зайти, да, здесь не глубоко, но, тем не менее, для малышей, там, для возраста там, до 5 лет, спокойно можно возле берега купаться. Единственное, да, потребуются тапочки, потому что кораллы, камни, они, конечно, есть. И, может быть, не на 100% комфорта, но, по крайней мере, не подскользетесь и сразу какой-то камень на берегу не упадете. Вот, знаете, вот это больше всего, наверное, пугает, да, многих, особенно меня, как отца многих детей. Меня этот момент сразу напрягает, чтобы было комфортно, ты мог быть в районе шезлонгов, а дети спокойно могли покупаться, ну, ты за ними приглядываешь, ну, и не боишься за них, что они там сейчас где-то шлепнутся или подскользнутся. Ну, и, соответственно, у нас здесь есть много активностей прямо на территории отеля. Пожалуйста, вот, если вы хотели научиться серфингу, пожалуйста, вот есть доски. Вас опытные инструкторы здесь научат, помогут. Соответственно, виндсерфинг, точнее, да, не просто серфинг, здесь волн-то особо нету. То есть парус ставите и поехали. Плюс есть плюшки, да, всевозможные там, это уже активности такие. Так что активный, интересный отель и территория, скажем, такая уютная, правильная, комфортная, да, полностью подходит для релакса, в том числе, конечно, для семейного отдыха, но здесь вы себя точно почувствуете комфортно. Вот кто ждет комфорта от отдыха, хорошего сервиса, это вот тот самый вариант. Jazz отель можно, в принципе, выбирать в любом абсолютном месте в Египте. Я вам точно могу сказать, вам они понравятся все. Немножко разные форматы, немножко по-разному выглядят, но все очень хорошие, качественные. Вот такой, друзья, у нас номер в отеле Jazz. Все очень в таком стильненьком формате, как вы видите, да. Приятные запахи, кстати, в отеле. Это вот такой номер, где можно разместиться с семьей. Здесь вот с одной стороны диванчик и с другой стороны диванчик. И, соответственно, сразу выход к бассейну. Ну и здесь практически, можно сказать, даже вид на море.
еще, друзья, одна категория номера. Здесь, соответственно, балкон и, соответственно, прямой вид на море. Также вот есть диванчик, дополнительное размещение, его просто могут заправить и может там разместить ребенка, например. Вот такой у нас вид открывается на пляж, на побережье. Здесь вы можете спокойно отдохнуть, посидеть, полюбоваться на пляж. Еще будет здесь комфортно тем, кто вот не любит большие такие, знаете, дома-муравейники. Здесь территория, ну, может, она не такая гигантская, но построена, знаете, здесь отдельный корпус, там отдельный корпус. Переживать не стоит, здесь все обработано, все нормально, я проверил. Нет никаких там ни насекомых, ни муравьев, ничего вот в таких размещениях, ничего, конечно, нету. Все хорошо, здесь все обрабатывают, видите, идеально подстриженная трава. Так что за это не стоит переживать, тем более здесь и вот такой есть бортик, если обратите внимание, посмотрите, да, который предотвращает так или иначе прямое, как говорится, заползание, если даже какой-то возможной мелкой живности. Ну и, соответственно, друзья, здесь тоже есть, хоть и небольшая, но вот такая прогулочная, скажем, набережная, где можно походить вдоль пляжа. Друзья, чтобы посмотреть цены на все туры, соответственно, или просто можно взять отдельно отели, потому что кто-то планирует путешествие комбинированное, 1, 2, 3 отеля или самостоятельно, можно всегда перейти ниже под видео, соответственно, есть ссылки на мой сайт, там есть просто выбор туров из любого города вылета, либо, соответственно, мы смотрим на чартерах, либо на регулярке, либо, соответственно, можно просто посмотреть цену отелей. И один момент вам сразу поясню, вот если многие сравнивают там Booking или другие сервисы, все, что есть у меня по отелям, это отель плюс страховка и в большинстве случаев даже еще бесплатные трансферы, чего нет на букинге. Ну и самое главное, цена ниже на порядок, потому что операторские контракты, они гораздо выгоднее по стоимости. Ну и плюс у вас, конечно же, дополнительная есть поддержка моя от моего турагентства Георгиев Travel, и, соответственно, туроператор тоже несет ответственность за ваш отдых. В других случаях вы, соответственно, самостоятельно отвечаете за себя и как бы переплачиваете при этом. Поэтому сильного смысла в этом нет, поэтому еще раз призываю перейти по ссылочке под видео. Если вы не знаете, что вы хотите, я всегда вам могу помочь. Там же есть мой WhatsApp, можно написать, поставить мне задачу, объяснить, что вы хотите. Я подберу для вас тот самый вариант, который вас именно устроит, и ваш отдых пройдет идеально, друзья. Так что двигаемся дальше по территории отеля Jazz Belvedere Sharm el-Sheikh. И будем двигаться по следующим отелям. Не забудьте подписаться обязательно на канал, поставить свой лайк. Я буду всегда делать для вас интересный и полезный контент и, конечно, оформлять туры. Жду вас, друзья.